Напоминаем еще. Переходим плавно от наших огурчиков. Побрызгала их, обработал листики. Переходим на теплицу. Смотрите, сегодня ребята монтируют арочную 2,5 метра. Будет ферметовскую, они уже практически закончили. Сейчас выложу. Но сначала про конструктив расскажу, потому что монтажники делают отчетное видео. Для того, чтобы было понимание, и оно сохраняется. Смотрите, в чем интерес? 2,5 метра ширина. Понятно, да? Высота 2,07. Проем стандартный дверной. Ширина проема 900 на 1800. Все теплицы, где если дверь ставится, любая дверь, форточка, комплектуется вот таким отливом. Чтобы вода не текла на дверь, а текла вправо-влево. Уголочек 25 на 25. Также по умолчанию комплектуется вот эта резинка. Мы перешли уже, не продаем ее. То есть отдельно продаем, но она с нашими теплицами идет в комплекте. Даже если вы покупаете просто каркас. Дальше. Фурнитура для сборки. По торцам идет крепеж, потому что здесь шайба не входит. Ставится кровельный. 5,5×19 шайбочкой, кровля называется. Здесь крепится шайбой большой на торцах саморезом. Здесь не поставлен поликарбонат, потому что у нас здесь сверху бывают такие глыбы огромные, которые раздавят и проткнут поликарбонат. Уже проверяли любой толщины. Сам каркас изготовлен из профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. И бывает арочная 2,5 шириной двух видов. Просто арочная 3М. Это из трубы 20 на 20 арки идут. И крепыш 2,5М. То есть из трубы 20 на 40. Но также с горизонтальным усилителем. Видите, вот арка, горизонтальный усилитель есть. Все это изготавливается из оцинкованной трубы. Полимерно-порошковая покраска. То есть качество выше высшего, можно так сказать. На сегодняшний день практически никто не красит. Если красят, то очень дорого. И то на стороне, и под заказ. Если какие-то тепличники. Дальше. Все также рассказываю. Прогонная часть. Прогон вверху, сбоку. И здесь, то есть 5 прогонов. Также присутствуют диагональные усилители, как мы видим, да, по стенам, чтобы жестче каркас стоял. Ну или крепление на брус или на бетонный фундамент. Если на бетонный фундамент, надо ставить отлив, к чему будет крепиться поликарбонат по низу. Ну вот, вроде бы все рассказал, все четко, ясно. Гарантия также 10 лет по снеговой нагрузке и ветровой с нашим монтажом без ограничений. Поэтому все супер. Также еще мы сделаем суперприз по итогам зимы. Если кто найдет нашу раздавленную теплицу, мы там ударим 100 тысяч рублей. Поэтому успевайте. Каждый год мы делаем этот розыгрыш. Но. Ну все. Вот вроде рассказали про арочную. Сейчас выложу фильм, как ребята нам делают. И потом пост вечером про арочную 2,5. Вот наша выставка. Видите, прекрасная. Всем огромное спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии, палец кверху, подписывайтесь на нас, мы всегда с вами. Спрашивайте, расскажем всю правду о жизни тепличной. Всем пока!